Здравствуйте, меня зовут Бекер Денис, я менеджер направления компании ВОЛ. В этом видео мы рассмотрим резьбонарезной станок ВОЛ V-MATIC A3. Этот станок предназначен для работы с трубами диаметром от 1,2 до 3 дюймов. Станок работает от сети напряжением 220 вольт. Мощность станка 1500 ватт, имеет одну скорость вращения 32 оборота в минуту. Весит этот станок 78 кг. Станок оснащен двумя резьбонарезными головками, в которые устанавливаются ножи определенных диаметров. Первая головка предназначена для труб диаметром от 1,2 до 2 дюймов. Вторая головка используется для работы с трубой диаметром от 2,5 до 3 дюймов. Обе головки оснащены специальным упором, в который упирается край резьбы, и ножи откидываются в обратное положение в автоматическом режиме. В комплект поставки станка входят три типа размера ножей. 1/2, 3 четверти, от дюйма до 2 и 2,5, 3 дюйма. Станок оснащен специальным лотком для заливки резьбонарезного масла, которое автоматически подается в зону нарезания резьбы. Использование масла во время нарезания резьбы – обязательное условие при работе с этим станком. Мы рекомендуем использовать резьбонарезное масло на минеральной основе компании ВОЛ. Труба зажимается в быстрозажимной патрон ударного типа со сменными зажимными кулачками и центрируется с помощью центрирующего патрона. Таким образом, труба надежно зафиксирована и отцентрована. Также на станке установлены внутренний гратоснематель и труборез со сменным роликом из закаленной стали. Устанавливаем трубу в станок, зажимаем ее в быстрозажимном патроне и фиксируем. Центруем задним патроном. Выставляем на резьбонарезной головке необходимый диаметр трубы. В нашем случае это труба диаметром 1 дюйм с четвертью. Проверяем наличие масла в лотке. Включаем станок и подводим ножи к краю трубы. Немного помогаем станку наживить ножи на край трубы. После того, как ножи начали нарезать резьбу, рукоятку можно отпустить. После окончания ножи откинутся в верхнее положение при помощи специального упора на головке. Мы выключаем станок и отводим головку. Вытаскиваем трубу. Получилась вот такая резьба. Гарантия на данный станок 1 год. Гарантийный и постгарантийного обслуживания вы можете пройти в одном из 9 сервисных центров по всей России. Подробнее об этом и другом оборудовании вы можете посмотреть на нашем сайте vol.ru и в социальных сетях. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!